зайдя и зарегистрировавшись, автоматически получает динамический сайт этого населенного пункта. Дальше. Вот, то есть у нас проблема в чем? Проблема в России — это расстояние. Расстояние, отсутствие коммуникации, то есть информационные следы и негативное мнение вообще о себе. Когда-то я ездил по Европам и обратил внимание на то, что практически нету свободных территорий. Просто населенный пункт, 2 километра, 3 километра населенный пункт. Я много поездил там. Там каждую субботу, воскресенье какие-то фестивали. Фестиваль кузнеца, фестиваль кислой капусты, фестиваль огурца, перца, там что угодно. Собираются 5-6 деревень, там пиво пьют, там общаются. То есть второй закон термодинамики вообще в действии, абсолютно. Идет обмен информацией, обмен какими-то достижениями. Все движется. У нас не движется из-за чего? Расстояния большие. Мы приняли решение, что будем создавать с помощью интернета, мы виртуализируем эту площадку и нейтрализуем это расстояние. По крайней мере, попробуем это сделать. Теоретически у нас это все получилось. То есть, что мы получаем? Предположим, у нас есть деревня. Я житель этой деревни, я хочу сложить печку. Русскую печку у меня на деревне нет печника. Где мне его взять? Давать объявление в газету. Перебрали много вариантов. При запуске одного из модулей мы получаем просто-напросто интересный момент. У нас печник живет в соседней деревне или через деревню, о котором мы не знаем. Мы же не живем там, мы же не знаем. Но пользуясь этой платформой, мы получаем информацию, что печник-то есть. И печник есть, и как бы он готов все это сделать, и есть отзывы, есть уже практическая работа. Все есть. Вот. То, что касается кооперации, все замечательно. Я животновод, у меня есть корова, я готов ежедневно там, в дойный период давать 10 литров молока.